коридорчик квартиры, где мы ночевали. Тут маленькая такая кухонька с окном. Гостиная, диван, телевизор. Тут сразу ванна, туалет. Теплая водичка. Коврики, все очень уютно, по-домашнему. Вот одна комнатка. Тут шкаф, картина с горами. И тут тоже еще одна комната, тоже шкаф, коврик, кроватка. Все очень по-простому, по-уютному. Сейчас посмотрим вид из окна. Все, вот домики, травка. Тут где-то на травке ходила дорожка. Красота. Вот моешь посуду с таким вот видом. Горы. Вот так вот выглядит городок, где мы жили. Жизнь кипит. А вот там вот в кустиках пасется коровушка. Утром их было побольше. Остальные куда-то спрятались. Такая вот жизнь неспешная у австрийцев. Привет! Ну что, мы заканчиваем свой путь сегодня. 29 сентября. Тебе понравилось? Да, понравилось. Было сложно, но интересно. На следующий раз надо внести существенные коррективы в этот маршрут. И один день разбивать на два, чтобы было больше времени любоваться на все красоты. Вчера целый день мы шли в горах, спустились, переночевали в городе Замс. И сегодня отправимся уже домой. А у нас займет это примерно день. Доехать до Оберсдорфа — это 4 часа, 4 поезда, так что путь назад не менее сложный, чем путь вперед. В общем, вышли со своей квартиры, хоть посмотрим, где мы ночевали, потому что вчера уже в темноте возвращались, ничего не было видно. Просто в городе пасутся коровки. Городок, слева дорога. Мы идем по дорожке для пешеходов и велосипедистов. Очень все аккуратно, хороший асфальт. И слева виднеется вид на скалы, с которых мы вчера спустились. Вот тут же в Австрии идем. Вот эта дорожка для велосипедов и пешеходов. Везде, где пешеходные переходы, выделены красными участками. Очень удобно, привлекает внимание. Вот и на остановке впереди тоже красный участок. Горная речка тут в городе. А вот там на вершинах домики. И вот там слева не очень видно из-за деревьев. Тут тоже целый рядок. Но река очень сильно шумит. Вот такая станция красивая возле реки. Замеряют какие-то показатели, ведут исследования. Красиво так аккуратно вписано в город. А мы идем на поезд. Вон, посмотрите, какие горы, красивые поляночки. Вон там мы могли гулять, но нет, трасса пролегает вот по такой вот штуке. И вот там вот, вот тут вот мы ходили вчера ночью. Вот эти чудесные скалы. И был вид вчерашний, который с самолета. Летает. Возможно, спасает кого-то.
поднимаемся из этого Ландека. Четырьмя пересадками доедем до Оберсдорфа. Там стоит наша машина. Вот можно купить билетик. Вводим куда? Брюгенс. Я думаю, так выбираем. 77.40. За троих? Ну да. Хочешь рассказать, куда мы едем? Сейчас мы едем в Брюгенс. Это Западная Австрия. Едем где-то 1:45, а там пересядем на поезд, который переправит нас через границу в Германии. Идет 7 минуточек, так что через 2 часа будем в Германии. Вот, билеты купили в автомате. Там все было на немецком, не знаю, можно ли поменять язык, но не думаю. Здесь все только на немецком. О, есть английский, есть итальянский. Так супер. Что можно доехать. Да, сейчас первый раз поедем вообще в иностранных поездах, посмотрим, как они выглядят. Но виды обещают быть потрясающими. С собой или здесь? Можно здесь уже 20 минут. Вот такие цены тут на сэндвичи. Цена вас готова? Там Настя в конце на кресло. Или там уже. Не понимаю. Ну, это же вот тут чисто камера. Поезд, который должен был быть в 12:33, опаздывает на 20 минут. В общем, в 12:57 ожидается. 10 минут до поезда. Так что любуемся пока что с этими горами красивыми. И с вон теми не менее красивыми и пугающими скалами, на которых мы вчера были. Что, Женя, грустно уезжать? Не грустно? Двери открываются. Возьмешь. Вот стойка для вещей. Везде столики. Ну, не везде, через пару рядов. Люди лежат на 2 сиденья. Вот. А здесь для велосипедов. Тут табло с информацией. Мусорка. Вот. Тут тоже туалет. И вот мы едем в каком-то Family Zone автобус. Ой, вагончики. Куда-то не туда заехали, в Швейцарию случайно. Не знаю, как это так получилось. Мы ехали на том поезде, но он почему-то едет не туда, куда надо. Ну что, ребята, мы в Сарганс, это Швейцария. Не знаю, как мы тут очутились. Случайно мы тут очутились. Наш поезд почему-то свернул не туда. В общем, идем смотреть, как нам попасть обратно
в Австрию, или может даже какой-нибудь прямой поезд будет в Германию. В общем, приключения не закончились. Мы идем на свой поезд до Брегенса, уезжаем с гостеприимной Швейцарии. Мы до сих пор не поняли, как мы здесь очутились. В общем, едем обратно. Цена вопроса 48 франков. Мы тут в Швейцарии на железнодорожном вокзале, и вот такая парковочка для велосипедов. Прогулочным таким шагом, так я говорю, на видео кажется. Что там такого? Городе, вот на выходе из пешеходного перехода на вокзале специальная штука — вести чемоданы. Прикольно. Едем в поезде уже домой. Спасибо, что были с нами, следили за нами все эти 3 дня. Надеемся, вам было интересно. Так что до новых приключений. Не забывайте про крем от загара. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это ты умеешь. Нет, я тоже не знаю. Там типа ставьте лайки, пишите комментарии. Все, пока-пока.